Мальчики, девочки, всем привет. У Яринки, как говорится, обед. Да, кофеёк с утра. С утра кофеёк, кофеёк. Ой, девочки, всем приятненького аппетитика. Давайте с вами покушаем. И немножко побазарим, да, как говорится. Хлебушек. Маслица. Тут, кстати, клубничка малинка. Смотрите, какие ягоды. Малинка, Так что вот как-то так, понимаете? Вот Ирина Сергеевна вчера была в эфире, да? В эфире. Ну что, девочки, вы как всегда пропустили или что? Или вы забили на меня? А, товарищи? Где вы вчера были, признавайтесь? Толсто мазать не будем бутики, да? Нет, конечно, Ирина Сергеевна, ты что? Тебе же скоро на море ехать. Какой жирный бутик с маслом. Ой, знаете, вчера так хорошо посидели в эфире. Ой. Поговорили. Кстати, девочки, знаете что? Я вчера посидела в эфире, ну, пообщались, пособирали донатиков. Но какой-то аноним скинул мне такую большую сумму. Это, говорит, Ирина Сергеевна, тебе на платьишко. В записочке было. Огромное спасибо этому анониму на платьишко. Ну а что, девочки? У меня такая работа, понимаете? Ну, так вот. Такая работа. У вас работа... Торты у кого-то печь. Ну. Да. А у кого-то есть сидеть. С грязным подоконником торты печь. А что такого? Я сказал бы, да, кто-то. А нам, говорит, не жирно. Вот так вот. Конечно, вам не жирно. Так что приятненького, девочки. Такой Иринка сделала себе бутик. Понимаете? Ну, там ничего не видите. Так, сейчас я приду. Сейчас, на минуточку. Ой, девочки, я вернулась. Вот так вот. Бегала кое-куда. Куда не буду говорить, бегала. То он тоже захочется. Да? Помешанькаем. Сегодня, короче, в комментарии не заходила. Ну, некогда Иринке было, понимаете, вся в делах, вся в заботе и так далее. Сейчас зайдем. Не переживайте. Представляете, сегодня звонит мне банк. Екатерина Сергеевна, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Ну, я же там.
Мария Грязнева, Грязнева, ну грязь. Ну что, она же без меня жить не может. Что это? Грязь у тебя. Это. Книжка жизни 50 тонн. Вот так вот. А это подоконники что не помыли? Девочка, зачем вы мне скидываете огурцы? Вы бы мне лучше денег на платье скинули. Там на огурцы, да? Короче, слушайте. Готовлю я себе кофе. Но чтобы кофе попить, надо его приготовить. Да? Помыть кружечку. Кипятить чайничек. Потом насыпать кофе и так далее, да? Ну, все лично не буду рассказывать, да? Ну, вы же сами знаете, как кофе наливается. Звонит у меня тут телефон. Звонит телефон. Говорит, здравствуйте, Ирина Сергеевна. Я говорю, здоровее видали. Она говорит, я типа звоню что-то с Альфа-банка, что ли. Я, говорит, звоню с Альфа-банка. Я говорю, ну и так далее. Она говорит, а у вас же нету кредитов. Я говорю, каких нахер кредитов? Она говорит, у меня, говорит, к вам предложение. Я говорю, какое? Они мне, короче, хотят дать денег. Наивные люди, да? Хотят дать денег, наивные люди. Я им говорю, зачем мне ваши деньги? А что я с ними буду делать? Ну, просто, девочки, понимаете, если ты деньги возьмешь, их же надо будет отдавать, так оно, так оно. А мне, короче, парило мозги. Я говорю, нахер мне ваши деньги. Я говорю, если вы мне их дадите, то давайте не буду. Она говорит, как? Ой, ё-моё, не могу. Я говорю, ну как, ну вот так. Ну, девочки, ну что это такое, да? Как? Ну вот так вот. Ну вот. Мы, короче, это разговаривали. Я говорю, до свидания, вы мне надоели. Понимаете? Вы меня наказали. Ну как-то так, понимаете? Мария Грязнева. А ты что, тебя что, с дурки выпустили недавно? Я столько не было, а тут появилась, да?
Твердичанка, твердичанка, явно Максюша кривит душой за кадром, говоря ей комплименты. Девочки, ну что, опять завидуем, да? Опять у вас зависти полные штаны. Слушайте, девочки, ну если это, если бы он это, как вы пишете, кривит, пердит и так далее, да, за кадром, я думаю, я бы там не прожила 3 месяца. Я говорю, у вас зависти полные штаны. Да, честное слово. Там это у вас не треснуло еще нигде, то взгляните. Взгляните, обязательно взгляните. То вдруг где-нибудь трясануло. А девки, а зашивать дырки тоже надо у вас, если трясануло. Ну что, мне не жирно, вы знаете. Спасибо, конечно, за бабки, которые мне люди скидывают. Они меня понимают, уважают. Не то, что вы, курицы прокладочные. Ой, мама мия. Жить надо красиво. Да? Вот так вот. Аноним. Ой. Мяско. А где, кстати, Манька? Маньки сегодня нет. Манька убежала. Манька говорит, я с тобой больше не дружу. Понимаете? Манька говорит, я с тобой больше не дружу. А вы подумали бы, правильно, нечего с ней дружить. Она говорит, жадная. Ну, как и вы. А я сяду куда-нибудь и поеду зачем-нибудь. Если вспомнишь, меня забудь. А не вспомнишь, пошел ты в попу. Ха-ха-ха! Ой, очень настроение хорошее, просто понимаете. Я вчера просидела в трансляции, пообщалась со своими любимыми девочками. Угу. Посидели, покайфовали. Угу. Ирина Токарева, покажи себя, а мы тебя оценим. Какая ты? Желаю помощь. Сейчас жалобу накатаю. Ой, иди отсюда нахер. Катай. Какую? В дурку? Куда вам пора уже? Елена Семенова. Ага. Я же говорю, такие завистливые люди. Угу. Что вам завидно? Допустим, заходите ко мне в трансляцию, да, на YouTube. Вы сидите, молчите. Потому что вы боитесь, что вас Яндекс забанит, да? Там еще Светочка есть. Угу. Светочка тоже может забанить. Как-то так.
А я сяду в краба-балет. А сколько я хлеба съела? А, это второй кусок, да? Ну, если что, посчитайте. Елена А. Елена А. Вот так вот. У меня же еще кусок. Не, мне не смешно. Я же буду королева. Что там еще индекс прикатит. В Ялту. Мы как зажгем с индексом. Как выйдем в прямой эфир. Прокладочные как все охереют. Да? А что, девочки, а вам идет, кстати, это слово прокладочные? Ну, это те, которые себя чувствуют прокладочными. Вот так вот. Еще бы это принимать свой счет, не обращать внимания. Ой. А что это вы опять там на арену-то накинулись? Как прокладочные вы такие, а? Пахаты, девчули, так вас даже девками-то назвать нельзя. Девочками, понимаете? Даже девочками не назвать нельзя. Потому что вы не девочки. Угу. Не девочки. Может, у нас какой-то девочки. Мои дыньки сегодня что-то упали. Понимаете? У вас не упали деньги? Мне совсем не стыдно пальцы облизывать, они ж мои. Они вкусные. Это на вечерок. Да, Ирина Сергеевна, это на вечерок тебе. Понимаете? Да. Зефирка. Ты знаешь, что это? Да. Ну так. Иногда, да. У меня попадается Руслан Гительман. Он, правда, не знает, где он живет, но мне как-то не особо интересно. Некрасивый мужик. Титьки третьего размера. Ну, второго точно. Вот сюда. Не в моем вкусе.
Алексея, да, вы мне скидываете Алексея. Там где-то он с Москвы, не с Москвы. Девочки, он тоже не в моем вкусе. Он больно худоватый. Его бы откормить, тогда бы было бы супер. А так, маленький, худенький, еще вдруг ночью задавишь. Понимаете? Ну, даже не знаю, зачем вы мне его постоянно скидываете, для чего. Ну, видать, у вас такие вкусы, любите дистрофиков, а я таких не люблю. Я люблю мужиков. Келли. Как говорится, чтобы взяться за что-то, взяться. Ну, а так. Так не в моем вкусе. Он просто с вами не хочет, да, дружить. Вы тоже, видать, не в его вкусе. Вот вы и обижаетесь. Так оно? Так оно, вот вы и обижаетесь. Фу. Любовь, похожая на сон. Что-то я объелась. Ой, даже малину-то не хочу. Ах, как вкусно пахнет. Ну ладно. Не хочу. Так оно, так оно. Знаете, у меня тут это... Товарищ МТС, ну, сим-карта МТС, да? Знаете, хочу что спросить у вас. Я вроде ей не пользуюсь, не звоню, не пишу никому, да? Ну, просто есть и есть. Я ей не пользуюсь МТСом. Иногда подруга звонит на МТС, и все. Я тут, короче, положу деньги... Они куда-то исчезают. Куда исчезают, не знаю. Так что, может, у меня есть кто-то из компании МТС, он мне подскажет, куда мои бабки исчезают. У меня даже мой МТС есть. Понимаете, да? Иди нахер. Сейчас он загрузится. Ох. Ну давай грузись уже. МТС, страна чудес. 0 рублей. Но данные не загружаются. Почему? Почему-то данные не загрузились. Wi-Fi что-то выделывается. Пополните счет. А нахер мне пополнить счет? Я не пользуюсь. Ноль рублей. Ну как пишет. Блин, вообще страна МТС такая странная. Так бабки дерет. Непонятно, да? Куда? Что у нас там по комментарии-то в Ютубе? Что-то я не помню. Прекрасная улыбка. Вот так вот, девки. Видите, меня же любят. Зубы есть, ума не надо. Конечно. Ирина, ты как кушаешь грейпфрут? Мякоть надо. Так я все кушаю. Чтобы ничего не пропадало. Понимаете, да? Вот так вот, товарищи, да? У нее есть
Моя челюсть скоро будет валяться в стакане. Почему? Она на полке лежит. Так, Иринка, ты зубы поставила, рада за тебя. Теперь будешь хоть хорошо пищу пережевывать. Ну да. Напрямую сразу будут выходить. Да? Ужас не распаковки не видел. Ну, так я же для вас стараюсь. Ну как вы не понимаете, товарищи? Вот понимаю. Я так поняла, жрать сегодня не будем. С этими зубами она похожа на Юлю Стар из Германии, блогер, то, что зубами улыбка. Ну а что, вы завидуете опять, да? Короче, ладно, мальчики и девочки, я поела. Да, малину не хочу. Ну, что-то не лезет. Надоё. Перетереть сахаром. И съесть, да? Так что всем приятного просмотра. Приятного аппетита. Хорошего дня. Что же вам еще пожелать? Будьте добры, и к вам мир потянется. Обязательно. То вы не добрый, мир к вам не тянется, да? Потому что вы злые, 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 злые. Вот так вот. А я ухожу. Я обещаю вернуться. И, как говорится, всем чао, бамбино, сеньорито. Пока-пока.